Йоу-йоу-йоу, всем привет, это «Никому не нужный блог». Никому не нужный блог. И сегодня мы поедем чекать Петю на предмет всяких ошибок. Может, и продадим его сегодня, посмотрим, что там будет. Парни-то классные все, крутые. А еще по пути отдадим Сереге его аккумуляторы. Ваш документик, пожалуйста. Сейчас. Ваши документики. Всякие там ОБД-2, Wi-Fi, Bluetooth, свисточки за 800 рублей не дают полной картины диагностических штучек. Нам нужен нормальный мощный компьютер, а он есть, естественно, только в самом крутом сервисе по пятикрузерам, куда мы сейчас и поедем. Ржавка ждет нас! Ржавка! Вот она какая, родная уже. Посмотрите-ка на эту красоту. Сколько крузеров в одном месте. Что тут у нас происходит, такое интересное? Это экология какая-то, скорее всего, emission system. По TCM аккумулятор был отключен, но это как бы нас вообще мало волнует. По системе СРС размыкание цепи гиперопатрона первой подушки безопасности водителя. Да, которая, подушка, наверное, горит, да, окей. Там нету. Да, разомкнут, так, BCM, разомкнутое состояние цепи управления звуковым сигналом. Ла-ла-ла, стеклоочистителем. Куча всяких разных неинтересных ошибок. Ну и, в принципе, все. Готов к продаже. Горит питерская мануфактура. Рядом с моим домом. А еще? Люди ходят черные. А еще что? Ну и обычные люди тоже ходят черные. А пятикрузер что? Пятикрузер кайф. На подворнике может быть трапеция, переключатель, проводка, TPM. Все делается. Мы, короче, знаешь, что делаем? Мы вот сюда вот берем, сверлим дырку и ставим микруху с чип-дип. Магазин чип-дип, да, всякой, да, знаю, электроники, всякого дерьма. И вот сюда микруху ставишь, и то есть ты когда пальцем сюда раз, щелкаешь эту микруху, и он у тебя открывается. Прикольно. Ну просто потом часто их меняешь, потому что они не, как они, от воды не защищены. Ну он вот здесь вот такой. Ну, может быть. Вопрос в чем? Если 2 рубля новый капот стоит, то... Если 2 рубля стоит новый капот, то лучше поменять. А если люк привезу, ты поставишь это? Нет. Я их буду делать вот так. Из меня будет течь кровь. Папа, поехали убивать пепу. Из кузова в первую очередь сделаем пороги. Ну, остальное же по остаточному принципу. И надо, типа, составить... У меня есть стайлинговый бампер. Да. Счастливо. Все, спасибо. Одесса, а машина? Машина кайф. Покажи машину. Машина кайф. Вот мы дошли до самого главного. Самое сложное в предпродажной подготовке авто – это убраться перед продажей. Я для этого взял 2 икеевские пластиковые сумочки. И сейчас буду собирать в них все, что здесь лежит. Могучий бардачок. Страховка. Многоразовая маска для безопасности. Бантик, который стоял здесь при покупке. Сигнализация и кусочки мозгов. Отдай. Мои любимые очки и их разбитое очко. Искусственная трава. Даже не спрашивайте, зачем это здесь. H4 лампочка запасная. Естественно, еще одна, другая, на всякий случай. Бенгальские огни. На случай непредвиденного Нового года. Естественно... Визитка «Кинолебедев», использованная в качестве фильтров для самокруток. Наверное. Та-дам! На самом деле, давно пора было это сделать. У-у-у, багажничек наш, что здесь у нас такое, а? Ароматизатор натуральный, сосна. Фотография бабушки Анатолия Заничковского. Покупаем лот, очень дорогой. Актуально, как никогда, писк сезон. Настоящая дерюга дальнобойщика. Трофей. Давно потерянная кепка Семена Моргунова. Бесценный артефакт. 10 килограмм брикет дров. Элитные поджопники. Спальный мешочек. Лодочный насос. Весла. Это реально важно. Пробничек для масла всегда оставляем покупателю. Левые номера. Чисто на всякий случай. Канистра 10 литров. Очень важная вещь в машине. 5 килограмм антифриза. Важная вещь в пятикрузере. Во всех своих выпусках я использую
перчатки Кошкина парк. Кошкина парк. Идеальные перчатки. Ну и парк, ничего такой. Заходите. Федя, комиссионные. Блин, я нашел. Фото пуделя. Но он красавчик, правда. Вот столько барахла. В тачке валялось просто так несколько лет. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-ба! Первый раз еду на пассажирском сиденье 5-крузера.